secret. Și ca un hoț ai intrat sub ela mea. Știi de-o vreme, fete, fetele cochetele, nu mai pot da tu da sub ela mea. Și știi, eu te rog să nu faci prostii. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva. Te ține de mine, de noi, pentru că tu ești sub ela mea. Четыре лола найду. Два салатовых, два розовых, два черных. У меня, если что, и один золотой. Такая вот куча наборов для творчества. И три веера. Такие вот полочки. Тут есть канцелярские стаканчики, и разные книжечки, и учеба для... И вот такой вот. Паспорт такой. Мне на него будет скоро один. Книги, 300 стирка, котики такие, они не мешку на пол, там очень старая уже книга, букварь, от классика малышка, чувак, и опять двойка, бабушкина книга вообще, вот такие вот братья Грим, книга, звездное небо, вот такая вот у меня есть, энциклопедия есть. А чего и почему? Загадки, пословицы и скороговорки там написано. Энциклопедия для девочек, кстати, еще украинская. Да. Ну вот она. Еще первая энциклопедия школьника, это у меня тоже появилась. Мне ее подарили. Энциклопедия правила поведения. Большая книга правил поведения. Опа, что, как, почему? Мастерим с детьми. Это первая группа. Принцесса
Анфиса или Ангели... Агнеса. Агнеса. Где, куда, откуда это мне? Я ее не читаю, в принципе, как я не читаю. Пушистые зверюшки тоже стали. Буквально у меня еще перед школой, раньше, даже немного раньше школы. И он появился. Тут у меня были такие. Вот. Маленькие загадки. Лодика книга. Азбука. Так что Ольга Корнеева. Профпресс. Буквально очень старый, 2001 год. Муха-цокотуха тоже старая. Вот моя любимая книга. Красавица и чудовище. Дисней Уолт. Белоснежка тоже. Мир сказок. Хоровод сказок. Короче, русский народный, снежный. Мир сказок. Русские народные. Мне классное чтение. Лисичкин хлеб. Михаил Пришвин. Михаил Михайлович Пришвин. Исполошенный хлеб. Ну, вот это тоже у меня было на мой день рождения давно раньше. Этим прям летим. Я не радарю. Вот такую. Чпанину. Нам не канцелярь. Сверху ученики и тетрадки. Так, здесь мой телефон. И подушка лежит. Ну, тут телефоны. И рыбка. Моя рыбка. Как у тебя там? Меня сливка. А тебя как? А меня золотце. Да. А, нет. Так. Ну, так, такая вот. Такая вот туалетный столик. Моя сумка кролика. Здесь шкаф. Здесь вот такая вот штучка, на которой стоят две колонки. Антенка. И DVD-шка. Или радио, не понимаю. Такой вот большой шкаф. Еще два снизу. Два и тут один такой вот большой стенд, елка. Так, здесь стол, здесь комодик, здесь лего и букет роз. Здесь мамины тапки, мама сама уже и компьютер. Вот. Вот такие вот диван, подушки, мама, чашка мамина, из которой она сейчас пьет кофе, да? Да, кофе, та же из три в одном, классический, да? Пойдите, я их выдала. Розетка, лампочка, книга. Так, здесь у меня... Есть большой шкаф. Кстати, еще раз привет, я. Короче, вот. Ну, тут такой сумки. Так вот, у коврика надпись «Welcome». Выключатели, которые светятся. Если выключить, а будут светиться, если где-то. Здесь вот первая комната, это туалет. Неплохой туалет. Ну, что ли это у нас? Ну, здесь есть ванна. Ну, такая вот ванна, у нее затычка. Моя кофта. Не, это моя футболка. Вот так мы у нас. Такие вот мои две зубки. Зубки совершенно одинаковые. Они мне подарили вообще. Точно такую же, как у меня была. Вот моя старая. Видно отличие. Вот моя старая. Видно отличие. Тут даже динозавр в этот пустился. И вот новая. Совсем другое дело. В принципе, они одинаковые. Ну вот тут. Все такие вот пробомбасики. Моя куртка, мама ее хотела стирать. Это, кстати, уже здесь вот такая вот кладовка. Так вот, их не открывается. Делаем так.
Холодильник, холодильничек. Чехол. Моя куртка. Огонь. Мусорка такая. Вот так она открывается. Вот. Вот все. Я все показала. Всем пока. До новых встреч. Тара-тара-тара.